Ну, я думаю, в целом мы завершили его нормально. Там не столько важно, какое там место заняли. Ну, пятое место заняли, но я благодарен ребятам, что они выдержали весь сезон. Ну, и все-таки была задача там подготовить непосредственно ребят к основной команде, которые сейчас в данный момент находятся там 4 человека, около 4-5 человек находится основной команда. Сейчас в данный момент они уезжают на сборы в Турцию. Ну, думаю, все-таки они там не испортят и будет тоже надежда для основной команды. Ну, где-то в целом, конечно, не все удалось, то, что мы задумывали. Все-таки иногда слишком насыщенный был чемпионат, это по 2 игры. Каждую неделю практически по 2 игры получалось, и это с большими переездами, постоянно в поезде. Больше времени проводили, можно сказать, в поезде, чем на тренировках. Но иногда получалось, конечно, то, что мы задумывали, но иногда и были, ну, это футбол, это так бывает. Ничего страшного, молодые ребята, они еще где-то в процессе становления, и чем больше они будут выдерживать это, нагрузки эти все, тем больше у них будет получаться. Стабильности не было из-за того, что давали играть не только там, основной, определенный основной состав такого не было, давали другим ребятам играть, плюс ребят давали еще основного состава, чтобы у них была игра, практика, и где-то менялась какая-то тактическая схема игры, поэтому где-то и такой стабильности. Ну и молодых ребят еще тяжело сделать, чтобы у них была какая-то стабильность на протяжении всего сезона. Да, иногда мы действительно выстраивали по просьбе там главного тренера. Мы выстраивали, когда давали ребят основного состава, мы уже тогда подстраивались по схему игры с тремя центральными защитниками, как основной состав играл весь этот сезон. А так, в основном, мы играли в другую систему игры. Ну, это две системы игры, которые мы использовали в течение сезона. Это, допустим, домашняя там и выездная модель игры. Ребята, можно сказать, плавно переходили от одной системы к другой. И иногда это получалось, приносило свои плоды, результаты. Ну, много ребят, да, которые еще могут заменить их, но не совсем, конечно. Ну, тяжело, да, они пока вливались там в те непосредственно позиции, которые там забирали от нас там. Ну, ничего, на протяжении сезона мы это наигрывали, эти позиции все непосредственно, они так входили, можно сказать, безболезненно, можно так сказать. Да, много споров идет на эту тему. Некоторые тренера хотят, там, чтобы играли все одинаково. Типа вторая лига, есть свой там лимит, есть свои правила. Но я не думаю, что это, допустим, для тех же ребят играть с такими командами. Мы играли как с Астаной, допустим, где команда заняла первое место. Мы их обыграли даже на выезде 6-1 в Астане. И дома сыграли ничью 2-2. С командой Эксу, которая тоже вышла. Ой, как я... Арысь команда, которая тоже вышла в первую лигу. Мы также их 2 раза обыграли 4-2 на выезде и 3-0 дома. И я надеюсь, что с такими командами ребятам даже интереснее еще играть. И получается игра какая-то. Ну и с теми ровесниками тоже интересно, конечно, играть. Но все-таки более их, для их восстановления, когда играет команда с более такой сильной командой, для них тогда это и интерес, и стимул для молодых ребят. Ну, как я говорил, это уже график чемпионата, да, очень тяжело молодым ребятам, да, сталкиваться с тем, что вот у нас по 2 игры много команд, которых вот было 18, практически мы с такие переезды, допустим, как я там Павлодар, Кустанай, там где-то с пересадками, это все приходится на поезде ездить. И вот эти 2 суток, это питание, во-первых, 2 суток едешь в поезде, потом практически один день там предыгровая тренировка, и выходить на игру очень тяжело. И обратно садиться в поезд, приезжать домой, и опять же непосредственно один день-два только приходит на тренировки, и опять выходить на игру. Довольно-таки тяжело это переносить, и хотелось бы, чтобы в этом году чемпионат более сбалансированный был, как было 2 года назад, допустим, да, по одной игре в неделю. Это очень, и есть время для тренировочного процесса, и есть время для отдыха. Поэтому хотелось бы, чтобы этот чемпионат более был сбалансирован. Ну, это зависит не от нас, конечно. Пока не знаю, сколько команд будет участвовать во второй лиге. Да. Если их разобьют по зонам, там юг и северо-восток, юго-запад, да, но это получится так, что много команд здесь на юге, да, находится у нас. Но и есть команды, те, которые непосредственно будут ездить, это тот же Актау, Атырау, а это 2,5 суток в поезде. Ну, если, опять же говорю, это если они сделают так, что хотя бы по одной игре в неделю, тогда это более-менее приемлемо было бы.
А если вот так вот по две игры сразу ездить с переездом, потом возвращаться оттуда назад, это не очень. Для восстановления не хватает времени, для тренировочного процесса это не хватает времени. Ну, сейчас мы приступили к тренировкам, где-то провели 10-дневный втягивающий сбор в Чимкенте. Сейчас очень много молодых ребят опять набрали, около 40 человек, поэтому просматривать будем в данный момент всех. То, что там посмотрели, сейчас непосредственно отобрали 25 человек, которые сейчас выехали на сбор сюда, в Аксукент, на базу, где будем заниматься двухразовыми тренировками, опять же просматривать в товарищеских играх, так, в процессе тренировок. Очень много талантливых ребят, которые закончили школу и уже вышли из футбольного центра и непосредственно готовы играть дубли, но все играть не будут, будем стараться отбирать лучших. Ну, в первую очередь, это сейчас надо заложить и восстановить их технико-тактические действия, ну и плюс, конечно, это физику. Где-то они должны выбежать то непосредственно расстояние, которое мы запланируем за это, на этот месяц пробежать, и непосредственно это контрольные игры. Это тренировочный процесс, это холоднокровие, нужно очень много надо уделять действительно только, не только защите, но и атаке. Это завершение тех атак, которые мы создаем. Пока у них нет действительно вот этого холоднокровия и стабильности, чтобы они могли каждую атаку там завершать или ударом, поворотом, или непосредственно голом. Поэтому будем стремиться, опять же, это тренировочный процесс, это налаживание командных взаимодействий, игра в пас. Я думаю, это более к сезону уже к чему-то придем. Четыре человека, да, можно сказать, непосредственно. Ну, я не считаю тех, кто в том году были там уже, это тоже ребята наши, 2000 года рождения. Плюс сейчас еще четверых привлекли, я пока не буду называть кто, чтобы это... Но дальше видно будет, потому что там тоже будут вызывать, кого-то менять. Еще потому что здесь ребята есть, то, что президент сказал, будем еще отсюда забирать ребят, просматривать непосредственно. Там тоже идет становление, отбор, поэтому это все еще в процессе пока. Но это непосредственность, уверенность в себе. Уверенность в своих силах, не надо там переживать, бояться. Да, это они молодые, сейчас, конечно, они очень сильно переживают. Добавить это, в первую очередь, это в тренировках, в отношении к себе, это вот то, что тренироваться, как еще раз говорится, да, это вот, не жалея себя, выкладываться на тренировках. Там заметят уже, и непосредственно, может быть, доверят, и тогда уже, когда появится уверенность в собственных силах, не надо бояться, что там мне 18 или 17 лет. Если вам доверяют, надо выходить и это делать, не бояться там старших ребят, еще чего-то наоборот, старшие могут подсказать. Они могут остановиться в росте, в том, что им уже, если они тренируются с одной командой, они более там набрались уже от старших ребят, это и быстрота мышления, быстрота принятия решения. Приходя сюда, от них тут уже, ну, у них не получается с этими ребятами, которые, да, еще здесь молодые пришли. И поэтому это идет немножко заторможение этих действий всех. Поэтому это может быть опасно. Им надо, наоборот, опять же, на себя брать инициативу и вести за собой молодежь только. Тогда они будут расти, чтобы они были, если не там, тогда тут официально уже должны быть уверенными быть в своей игре и в своих силах. И вести за собой непосредственно уже тех ребят, которые смотрят на них тоже так же, как они смотрят на старших ребят в основном составе. Ну, в данный момент у нас покинули команду, это Шайзин Камалыч Кинжибаев и Фанас Салимов. Да, они, по-моему, сейчас там в районе, я пока не могу сказать точно это, там открывается команда во второй лиге в Туркестанской области. Они поблагодарили их, спасибо большое, сказал и пожелал удачи, конечно, но это их решение, это их воля, я тут не могу ничего сказать. В данный момент к нам пришли два других тренера еще, это довольно-таки известный в Казахстане футболист наш чемкенский, это Сергей Козюлин. И более молодой тренер тоже, это Ержан Мырзахметов. Тоже он футболом занимался, непосредственно с 1972 года, спецкласс. Сейчас они в данный момент нам помогают. И плюс еще сейчас взяли от молодого тренера-массажиста, доктор-массажист. Ну, также работает этот тренер-администратор, это Улукбек Пересметов. Аскар Байжанов, доктор. Ну и тренер по вратарям Мукашев Мурат. Ребята тоже хотят показать, доказать свое. Они много видели в футболе, работали. И это очень приятно. Будем надеяться, что все получится в этом сезоне. Прошлогоднего состава осталось
ребят, процентов 30, может быть, человек 7-8 ребят. Остальные ребята, им пора уже 2 года в дубле пробыли. Это ребята 99-го года, 2000-го года. Им где-то уже и по лимиту они не подходят, уже 99-й год. Там. Им уже где-то надо пытаться свои силы в первой лиге. Пришло много ребят, то, что они закончили академию в том году. И сейчас пришло около 15 человек, это ребята 2001 года. Также ребята из 2002 года и даже 2003 года. Те ребята, которые немного там выделяют уже в своих годах, их непосредственно тоже будем просматривать. И в дальнейшем там все будет зависеть от них, если они будут на уровне выступать и готовы будут играть во второй лиге, мы непосредственно будем их задействовать. Тут визуально, можно сказать, я где-то и просматривал, сейчас они заканчивали это все, но закончился чемпионат, когда мы уже непосредственно на базе просматривали в футбольном центре тех ребят, которые сейчас мы набираем. Это старшие возраста, те, которые... Ну и, конечно, общаемся с ними ежедневно, можно даже сказать. Там вот сейчас у нас сборы, там, если будет сейчас у них какой-то турнир, да, я верну кому-то там 2002 ребята, которые еще находятся в центре, чтобы у них была игровая практика, они их будут забирать, а потом непосредственно ворачивать нам уже. Поэтому этот контакт идет с футбольным центром обязательно, он, то, что эти ребята приходят потом сюда в дубль к нам. Очень удобно, конечно, здесь есть искусственное поле, натуральное поле, тренажерный зал, отличная гостиница с четырехразовым питанием даже. Все очень прекрасно, инвентарь, все тут предоставляется, вплоть до судей, которые даже на те игры, которые они тоже также предоставляют все это. Комфортные условия, можно сказать. Команда уже как-то стабильно выступает, занимая третье место, четвертое место, третье место. Это довольно-таки радует. И хотелось бы, чтобы она так и продолжалась. Конечно, чемпионат был, не сказать, что там одна-две команды бились там за первое место, как было как-то раньше, там Кайрат и Астана, допустим. Сейчас Ярдабасы вмешался, и Тобол долгое время лидировал в чемпионате. Но немного чего-то не хватило. И у нашей команды, конечно, были спады, там какие-то невынужденные поражения. Но ребята собрались в конце и добились того результата, который непосредственно перед командой ставили. Но опять же, теперь нужно это все сохранить. То прошлогоднее, допустим, настроение, чтобы в этом году команда также билась непосредственно за, можно сказать, за чемпионство даже. Тут ничего такого нету. Только все в их руках будет, все зависит от них. И, конечно, это Лига Европы. Очень сильно сейчас, как по информации, которая идет, это Кайсар, обладатель Кубка Казахстана. Очень они сильно усиливаются, тем более сейчас, когда разрешили непосредственно выступать это, из этих стран, из России, Армении, Киргизии, они будут считаться все равно, что как и не легионерами, а нашими казахстанскими. Довольно-таки может любая команда сейчас, в зависимости от подбора игроков, конечно, да, там. Ну а так, в основном, конечно, вот эти 4-5 команд, я скажу, что они могут даже, да, на одном уровне играть. Это и Астана, и Тобол, и Ардабасы, Кайрат, Кайсар, плюс Иртыш еще есть. Я не знаю, там немного у них, конечно, не получалось в том году, там это с финансовыми проблемами. Но, думаю, в этом году должно получиться так, что команд 6-7 уже будут бороться непосредственно за призовые места. Контактируем мы, конечно, очень мало, хотелось бы большего. У них другая схема игры, допустим, и, как я слышал, там не вызывали наших ребят, которых вызывали заранее, потому что у них очень мало было игровой практики. Это вот ребята 2000 года, допустим, там, кто играли за сборную, вызывались они. Когда они играли за дубль, они были на виду, а когда они сейчас были заявлены за основной состав, очень мало уходили на поле. И в связи с тем, что у них мало игровой практики, их практически не вызывали, очень редко. Это, конечно, плохо, но ну, ничего, я думаю, что если они сами опять себя покажут, и в Суперлиге, там, или также играя за дубль, их увидят и вернутся на те места, которые они играли. Ну, я думаю, ему игровая практика необходима. Да, он хорошо поиграл позапрошлом году за Тарас. Он там забивал в первой лиге, можно сказать, помог команде выйти в премьер-лигу. Много забил решающих голов там на последних минутах. В том году он поиграл в Павлодаре за сборную Казахстана. Сейчас, ну, жалко, что он получил травму и где-то там 2-3 месяца пропустил. Сейчас он опять восстановился. И главное то, что ему сейчас доверяют такая команда, как Тобол.
И главное, чтобы он, конечно, там играл, показал себя. У меня игровая практика, если будет необходима, он в любой момент он принадлежит нам, и он вернется в основной состав. Он, в принципе, игрок основного состава, основной команды. И это, думаю, когда он придет, он не испортит игру основной команды. Главное, чтобы у него сейчас появился опыт, уверенность в своих силах, и остальное все будет на месте. Ребята очень уверены в себе, можно сказать, и Махана для, да, ему пора, но если не получится разобраться, то ему в первой лиге где-то уже есть предложение, там, которые мне даже звонили, уже спрашивали его. Ну а младший, который 2000 года, это Кожеберген, то этот пока с нами будет и непосредственно под основным составом. Ну, в первую очередь, конечно, это должно быть какое-то снисхождение. Ребята сейчас, которые, опять же, каждый год команда обновляется практически на 50%, если не больше, и какой-то стабильности ждать от них тяжело. Ну, постепенно ребята уже обыграются, обыкнутся, от них можно будет ждать уже и требовать какого-то результата, но в данный момент нужно пока не снисхождение, что они все-таки первый раз выходят на таком, для них это уже уровень уже после футбольного центра, где они играли только между своими возрастами. А здесь уже разнообразный возраст и более такая чемпионат Казахстана, все-таки это не вторая лига. Поэтому нужно немного терпения и снисхождения. Так, ребята перспективные, молодые, все в их руках. Ну да, еще хотелось бы, чтобы не только на Нарбасы, и на нашу команду приходили болельщики, смотрели, где-то свое мнение выражали там по каждому футболисту. Мы готовы с этим сотрудничать, даже выслушивать, принимать там какую-то точку зрения и обсуждать ее. Поэтому в этом году хотелось бы ждать болельщиков наших на играх второй лиги. Эй! Hey!